Двухэтажка на улице Юных пионеров. Ее ремонт и благоустройство дворовой территории жители добивались много лет. Управляющая компания, теперь уже бывшая, ответа не давала. Недавно жители узнали о том, что дом признан аварийным. Жильцы абсолютно добивались совершенно не этого. Нам предоставили заключение компании, которую мы утверждаем, не выезжала на место. Мы никого здесь не видели, никаких осмотров помещений, ни чердаков. Ну, не производилось. Мы просили просто ремонта дома. Уезжать из дома люди не хотят. Чтобы разобраться в ситуации, встретились с представителями профильных департаментов и депутатом Госдумы Александром Хинштейном. В течение месяца повторно выйдет комиссия на обследование этого дома с участием жильцов. По итогам этого обследования будет составлено заключение, которое или подтвердит первоначальный акт, который признал дом аварийным или ветхим, или его опровергнет. Если он его опровергнет, то, соответственно, решение о признании дома аварийным и ветхим будет отменено. Если эксперты решат, что дом пригоден для проживания, его смогут отремонтировать уже в 2016 году. Алина Чемерис, Павел Баймаков, Сергей Баскин. События.